И начнем вот с чего. В Люберцах задержали женщину, подозреваемую в подготовке убийства. По версии подмосковных полицейских, 41-летняя люберчанка решила избавиться от супруги своего возлюбленного. Она подыскала киллера и передала ему 5000 рублей в качестве аванса, не подозревая, что под маской исполнителя убийства скрывался полицейский. Как стало известно сотрудникам полиции, злоумышленница на почве ревности к супруге своего возлюбленного, 73-летнего мужчины, организовала подготовку к ее убийству. А именно, за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей подыскала исполнителя преступления, в роли которого выступил оперативный сотрудник. Коварному плану люберчанки помешали сотрудники уголовного розыска. В ходе грамотно спланированных и проведенных мероприятий подозреваемую задержали на севере Люберец при передаче части денег предполагаемому исполнителю убийства. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.